В ОМГПУ открылась первая в Омской области ячейка российского движения детей и молодежи на базе вуза. 8 февраля, в День науки, в торжественной обстановке состоялась передача документов о вступлении вуза в ряды движения первых. Сегодня так символично складывается, когда мы знаем, что День науки, и высшее учебное заведение с удовольствием принимает эстафету и начинает открываться и открывать свои первичные отделения. А в Омском регионе несколько ведущих вузов присоединяется, и, конечно же, мы сейчас приветствуем вас в Омском государственном педагогическом университете. Также присоединяется у нас Аграрный университет, Технический университет, и в университете Сибади пройдет сегодня экскурсия для школьников. Поприветствовали будущих членов нового движения, студентов и школьников Академического лицея ОМГПУ почетные гости. Движение детей и молодежи – это полноправный партнер как органу исполнительной власти, который курирует молодежную политику на территории региона, да и в принципе на территории России. Потому что здесь как раз будут вовлечены все дети. Здесь еще одна очень важная составляющая в этого движения – это наставники. То есть это не просто дети вовлекаются в эту историю по какому-либо направлению деятельности. У каждого ребенка будут еще старшие наставники, которые будут ему помогать, будут его направлять. Мы в некоторой степени очень уникальная образовательная организация. У нас есть и академический лицей, и есть колледж, и есть вуз. И как раз это та идеальная модель для данной организации, и мы очень рады, что наши студенты, школьники, лицеисты, студенты СПО, они проявили эту инициативу, мы ее поддержали. И вот то, что сегодня мы открываем первичную ячейку, это заслуга именно их ребят. В этот день ребята познакомились с основными принципами и ценностями движения первых. Узнали, какие туда входят направления, о возможностях каждого из них. Провели первую рабочую встречу и интерактив. Выучили слоган российского движения детей и молодежи. Я в движении. Мы в движении. Мы в движении.